В учебно-спортивном центре «Грация» прошли чемпионаты первенства Самарской области по танцевальному спорту. Они собрали около 800 пар со всей губернии. Из сильнейших спортсменов по итогам этих соревнований сформируют сборную нашего региона. А те, кто точно умеет держать ритм, смотрите далее. Страстные, нежные, зажигательные, романтичные спортивные танцы дают возможность пережить всю гамму эмоций за короткое время. И тем, кто их исполняет, и тем, кто наблюдает со стороны, особенно мамам и папам участников. По подсчетам оргкомитета, на эти чемпионаты и первенство Самарской области приехали пары со всей губернии в 4 возрастных категориях. Дети, юниоры, молодежь и взрослые. Те, кому от 19 до 35 лет. Никита Дудукина и Тина Галяшина из Самары среди самых юных. Категория от 7 до 9. Ну, скользко там на паркете, да, сложно танцевать. Танцевать сложно. Важно, что нужно и девочку, да, держать, да, и шею тянуть. А для тебя? Ну, мне надо, ну, стойку держать там. Еще мне надо шею тянуть. Мама, как всегда, волнуется, переживает. На самом деле, это очень волнительный момент, особенно, когда происходит церемония награждения. Когда вызывают на 6-е место, там другая пара, 5-е место, 4-е. Эмоции зашкаливают, когда ты понимаешь, что твоя пара уже на призовом месте. Просто мы очень счастливы. Но вот сейчас нам сегодня тоже предстоит. Пары исполняют по 5 танцев латиноамериканской, европейской, а затем и сводной программы. Каждый танец больше минуты. Выдержать такой марафон, не ударить лицом в грязь или, что еще хуже, не сбить паркета другую пару непросто. Это настоящая проверка на выносливость. Пара номер 13 Данила Черняева и Валерии Кузьмичевой из Тольятти не суеверные. Свой номер считают счастливым. Молодые люди знакомы с детства, но встали в пару друг с другом только год назад. Говорят, настроены только на попадание в сборную область и чемпионат России. Нужно, чтобы оба партнера следили за площадкой, старались смотреть, есть ли пары впереди, и периодически приходится импровизировать. Самое главное, чтобы свою партнершу защитить, поставить пену. Также внешний вид очень важен, потому что он показывает отношение пары к танцу. Особенно партнерши, которые на паркете более всего заметны. Эти чемпионаты и первенство области являются первым этапом отбора на соревнования более высокого уровня. 1,5 минуты на то, чтобы оценить танец каждой пары, для опытного члена жюри достаточно. Есть критерии оценки. Музыкальность, линия, баланс, эмоциональность. По этим критериям судья опытным взглядом сравнивает пары между собой и лучшие выводит следующий тур. Победители первенства поедут на федеральный округ и уже с федерального округа на первенство России. По итогам соревнований победители и призеры в каждой возрастной категории войдут в сборную команду Самарской области, которая будет представлять наш регион на всероссийских турнирах. Алена Власова, Александр Дудко. Новости губернии.